Ladies and gentlemen, this is an M1 challenge bout in the middleweight division. Now let me introduce your fighter in the blue corner. This fighter is 28 years old. He weighed in at 84.4 kilograms. He stands 183 centimeters tall and has a record of 17 wins with 6 losses. He is a Muay Thai black belt, BJJ purple belt, winner of Iron Fight Combat, Immortal FC, and Aspera FC events from Brazil, Bruno Silva! And now welcome his opponent in the red corner. This fighter is 34 years old. He weighed in at 83.6 kilograms. He stands 180 centimeters tall and has an impressive record of 56 wins with only 10 losses. He is two-time winner of Bellator Middleweight Grand Prix and three-time Bellator Middleweight Champion. Representing New String Team, Storm Fighting School, and Boet's team, ladies and gentlemen, Alexander Storm Shevchenko! Что ж, мы напоминаем, что вы смотрите прямой эфир на телеканале M1 Global, новом телеканале, который доступен абонентам Триколор, НТВ+. Все у телевизоров. Что ж, будем смотреть, как-то оно будет. Come on. Come on, come on. Итак, показывают желтую карточку. Вячеслав Киселев, как мы знаем, перевесил Бруно Силва. Причем перевесил на 400 грамм. И казалось, что может он сделать вес. Но бразильский боец решил, что готов он пожертвовать одним баллом и 20%. Ух, ну что ж, начинаем. Ну, видим, крупнее, мощнее выглядит Бруно Силва. Но, в общем-то, это бывало со многими соперниками Александра. И, в общем-то, никогда его не обескураживало. Видим мы напряжение просто в воздухе витает. Оба, конечно, готовы выцелить соперника под один единственный удар и все завершить здесь. Очень уверенно себя вел бразилец накануне боя на пресс-конференции. Говорил, что играл в футбол, практически готовился в обычном режиме. И ничего особенного в Александре не видит. Что, посмотрим. Вот, посмотрим. Вот мы видим вот это типичная, типичная защита Бруно Силвы, когда он двумя руками закрывает голову. И на это обращали внимание те, кто совершали тактический разбор действий соперников. Да? То есть, закрывая голову, он оставляет уязвимый печень. А мы знаем, как Александр умеет бить в корпус, какие у него абсолютно сокрушающие удары в корпус. И вот это внушало опасения многим экспертам, но посмотрим. Да, Брэндон Хелси сейчас... Да, нервно икнул. Ох, мы видим, хорошо колено в корпус заходит. Но отвечает, огрызается Бруно Силва. Не сумел Александр этот свой успех подкрепить другими ударами. Вот неплохо, джебом его ловит Силва. Да, пока перекрывается Силва. Мы видим, да, в таком чисто боксерской манере такой, да, даже в манере любительского бокса, может быть. Ох, а хороший вот удар, правый справа. Завелся Силва, идет вперед, с колена попадает, входит в клинч. Так, так, так. Вечер перестает быть томным, смотрим. Да, видим, что не теряется Силва и... Призывает Вячеслав Киселев работать, но пока активной работы нету. И разнимает он практически тут же бойцов, возвращает их в стойку. Ну что же, показал зубы бразилец, показал, что не просто так он приехал отбывать номер. И мы видим, да, пропуская удары, он только больше заводился. Ух ты! Хорошее попадание от Александра. Разменялись бойцы ударами. Попал Александр в этом размене. Предельно сконцентрирован. Александр, видим, мы оказался в углу и тут же из угла выстрелил левой. И ох, хороший в прыжке удар коленом. Пытается разворачивать Александра. Бруно бьет еще. Еще попадает. С колена попадает. Запирает попадает Александр. Бруно, попадает. Смотрим. Ох, вот ничего это удар. Себе. Что же будет сейчас? Смотрим. Попадает. Александр в состоянии кроки. И добивает его Бруно Силва. Ничего.
Ничего вот себе! Это, да! Ничего себе, вот что это мы видели! Да! И кто ж там говорил, что он недостоин? Вот это да! Давно такого не видели. Фух, вот это бой, друзья. Это сенсация, мои. И это... Хотели сенсацию, хотели интригу, сомневались в уровне бразильцев, вот вам и пожалуйста. Да, пожалуй, главная сенсация этого года, а как иначе? Вот такие вот дела. Повисла тишина в зале. Ну да, я никто не понимает. Не ожидали. Благодарит, благодарит силу Александра, но обескуражен Александр, обескуражена его команда, обескуражены зрители. Что это, недооценка или... Сейчас, конечно, мы послушаем Александра, что он скажет в интервью, но вот вам и Челябинск для силы. Два боя, две победы. Фух, да уж, вот вам и счастливый город для Бруно. Конечно, сейчас, думаю, вся Бразилия ликует. Знаем мы о нелегких отношениях Александра Шлеменко с бразильскими бойцами, но из них выходил он победителем преимущественно. И вот вам, пожалуйста, такой вот интересный поворот событий. Да, одно можно сказать, что мы наверняка увидим еще и Бруно, и Александра. After 2 minutes 54 seconds of the very first round, we have a winner. Да, сенсация, сенсация месяца, сенсация года, наверное. Ну да, в российских ММА что-то я и не припомню ничего в этом году более сенсационного. Вот вам и пожалуйста. Напоминаем, что все интервью после боя, все комментарии вы сможете увидеть в нашем мобильном приложении. Скачивайте его, оно доступно... На Android. Да, там сейчас такой праздник Apple Store бразильцев. Ну и понятно, чем он вызван. Tonight I prove that I am one of the best. Wins the belt. Сегодня говорит Бруно Силва, сегодня я доказал, что я один из лучших. А вот мы слышим, вызывает он Артема Фролова на бой. И мне кажется, бой этот может быть ого-го какой. Может и стоит пока... Артема нет сейчас в зале, но он обязательно услышит этот вызов. Он услышит и ответит. Да, и мы ему передадим его. Фух, вот вам, пожалуйста, друзья, и интрига. Там, где, думаю, многие не ждали. Да, на этом мы, конечно, прощаемся, но следите за новостями. Эта история наверняка будет иметь продолжение. Да уж, вот такие у нас сегодня были истории. Ну что же, прощаемся с вами на этом, уважаемые телезрители. До встречи через 2 недели в Оренбурге. Удачи вам и до новых встреч. До новых встреч, друзья. Yeah!